Из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой в Мурманской области, Норвегии и Финляндии страдают лоси. Они не могут быстро передвигаться и вовремя реагировать на приближение автомобилей. Сотрудники государственного заповедника Пасвик, расположенного на приграничных территориях трех стран, напоминают туристам на снегоходах о необходимости соблюдать особую осторожность при встрече с сахатами. То же относится и к водителям на дорогах Мурманской области. И тем и другим рекомендуется при виде животного заранее притормозить, чтобы лось успел покинуть опасную зону.